Ну что, снимаешь? Да. Там уже можно ходить? Да. В общем, ребята, вот в чем прикол. Вроде как это. Уж где будет трястись съемка, не обессудьте. Я тут бегаю, можно сказать, бегом. Возможно, этот трэш будет с двух камер. Главное, чтобы моя работала. Работает. Ну что? Опа. Я почти прошел. Мне даже дико хочется самому посмотреть, что из этого вышло. Вот как-то так. Ну, там сложно только в начале спускаться, дальше легче. Я согласен, но это было непривычно. Я просто, знаешь что, у меня в памяти, как я лечу с велосипеда через себя, когда у меня рюкзак вперед, когда я затормозил. Поэтому больше так не хотелось бы. Ладно, идем по этому хребту, если это можно так назвать. Ну что, здесь в принципе круто, ребята, дует ветер. Я думаю, наверное, будет очень плохо меня слышно. Но, тем не менее. Ну и снова. Помню, как-то здесь уже шел. Так, да не, вы не мешаете, я пройду. Так, ты летаешь, да? Да. А мне предложили, вон тот парень по веревке на отвес 45 градусов я не готов на скале повисеть. Но я ему тоже сказал, я морально не готов. Тем более я ночь не спавший толком. Но, ну да, он говорит, а что, говорит, давай сейчас пока ты, говорит, что, со страховкой, говорит, я говорю, слушай, я морально не готов еще. Так, Настя, стой. Я уже вон стою, у меня ноги трясутся. Не, ну просто... Нормально. А я пойду. Чем я там опять зацепился. Дальше. Творим дичь. Встань на край быстрее. Вот там еще есть, еще вперед иди. Ты меня фоткаешь, что ли? Назад. Нас? Ну, вон туда. Да. Серега, да. Не хочешь выложить из камней Our Life и КЗБ Шоу? Это понятно, что тебе в лом. Я другого ответа не ожидал. Ладно. Вот сейчас уже реально. Ты все в том же стиле? Я его не вижу. Опа. Я его вижу. Так. Может быть. А мы его не помнишь, видели тот раз? Не помню. Так, брателло, куда ты полез с рюкзаком? Давай назад. Потом можешь где-нибудь взять? Нет, Серег, суть не в этом, сними рюкзак. Он тяжелый, но... Какой тяжелый? Он у меня ничего. Блять, не... слушай, ну вот нахуй ты споришь? Это да. Зануда. Нирвана. Вот, сто лет никого в Нирване не видел. Буквально недавно на палочке девчонка такой спускались. С рюкзаками? Нет. Вот. Да, и Ники не было ничего с собой. Перчатки-то у меня в рюкзаке есть. Вот тогда вот тут мы прыгать собирались.
Попробуем спуститься еще ниже? Попробуем. Только без рюкзака. Ну да, если спускаться без него, не, реально, сам вспомни. Второй этот спустился, берет рюкзак первого. Да. Просто вспомни, как меня тогда перетянуло с велосипеда. И поэтому вон там девушка спускается. Я не знаю, будет видно, нет. Но быстро как. Слушай, прикольно. Не, ну я все равно, я морально пока не готов. Да. Они, ребята, тут все такие веселые. Они по этому карьеру ходят, как с закрытыми глазами, как будто они по своей квартире. Они по этим тропкам даже спускаются так. Не то, что я там лез за все камни, держался, а эти такие тын-тын-тын-тын, везде такие. Значит, у меня еще нет такой стадии, как это сказать, пофигизма, о котором я думал, что он у меня есть. Да! Трынь-трынь и там, на. Какими руками? Первый спускался, он даже руками практически ни за что не держался. Саню встречать уже не получится. Да, мы слишком низко сейчас будем. Либо нам надо... Смотри, вот... Либо нам надо выходить назад... Нет, смотри, куда вот эта дорога ведет? Секунду. Ну, в общем, он, Стас, да, полез. Действительно, правильно сказал, делает вид, что это опасно. Но для нас это и опасно. Мы же ни хрена не шарим, что тут как. Во, где тут как? Реально? А они здесь все такие ходят вот так. Знаете, вот я если за камень держусь, да? Чтобы не, лучше с той стороны, да. Не пиздануться. А они такие... Блять, все. Я уже ничего не вижу. Привычно, на самом деле, стрёмно. А они такие сюда вот подходишь. Подержишь? Секунду. Снимешь? Так, сейчас я снова его выключу. Начали сюда. Так, все. И солнце как назло выглянуло. Снимал, блин. Слушай, нет, там прикольно положишь. Настя. Сейчас мы. Саня, приедет, придет, Саня. Как в игре Марио съедим волшебную плюшку. Так надо снимать и в другую и сторону. Полезем вниз. Саня. Уж как Саня будет, не да знаю. Саня неизвестно, куда подъедет. Ну, если ты уже тут была? Я? Да. Эти кексы Саша делает сам. Если надо. Интересно, канале рецепт. В общем, у него скоро появится на канале рецепт, как сделать эти кексы. Я могу у него попробовать. Я целый не хочу, я вот чуть-чуть бы съел. На. Откусывай. Да прям вот кусок хочу. Да что ты, на. Маленький. Открывай. Нет, я маленький, я не хочу прям много. Лови, лови. Спасибо. Я тоже помою. Прикольный. Да. На этот раз я добавил изюм. Я заметил. Да, прикольно. Я его почти не почувствую. Я надоел без изюма. Это курагу добавил. Ух ты, вот здесь еще прикольно. И еще какао добавил. Какао? Да. Ну, честно, я не знаю. Булка сладкая, изюм чувствую. И всякое это. Настя. Насчет какао не могу сказать. А мука овсяная. Но не рецепт будет на его канале. 0,5. Советую. Может. Ну, он домой приедет, подумает. И решит, что просто необходимо выложить рецепт этого кекса. В таком случае надо будет тебя заложить треногу. Без проблем. Так, возьмешь штатив и все что-то. Я все равно не пользуюсь. Я уже по привычке с моноподом хожу. Фотосессия. Ты давай там аккуратнее. Мне отсюда уже страшно. Вот это вот как не собери. Вот так еще фото. Не очень. Икар. Потом посмотришь на себя со стороны, поржешь. Приподними, встань, там вот так наклонена. Нормально. Я могу сесть, подожди. Вот так делаются классные фотографии. Короче, фотки, а потом мне, да, я сяду. Страховка. Плагиат. На самом деле у него уже есть такая фотография, да, на другой горе. Одно и то же. О, где можно еще пониже спуститься. Просто я баланс держу, на самом деле. Где? Вон здесь, но только я не знаю, куда это ведет. Ну чё? Ну чё, не давай. Знаю, чё.
подвиг Геракла. Да. Типа того. Главное, на мою эту куртку не наступить. Сколько на одном месте можно быть? Так прикольно здесь. Опа. Ой. Так. Опа. Так, Серега. Блядь, тихо, никто ничего не говорит. Пора. Не, ну слушайте, если я тут спустился, то и все остальные смогут. Вот здесь ногу ставить, Серег, туда хреново. Ну а так, все? Я уже здесь. А, и все? Да. А мы себе напридумывали. Ты меня фоткаешь. А мы себе напридумывали, что там что-то невозможно. Не, ну с рюкзаком хреново. Вот по прикинь, не, понятно, что... Прикинь, 2D. Опа. Все. Куда лезть? Черт его знает. Так что все, ребят. Мне осталось только как-то... Может, кто-нибудь мне даст куртку с рюкзаком? Ты вниз пойдешь? Да. Я вниз. А что, пойдем вниз? А, мы все вниз? Потихоньку. Что за камень? Что, Настя? Я. Проходите, вы быстрее нас пройдете. Я так думаю, вы тут не первый раз. Это не, мы тут сейчас подам, я лазим. Я пойду за портфелем. Так, давайте толку. Да. Он тяжелый, ты там кирпичи. Куртка есть. Давай рюкзак. Меня, Серег, видно? Нет, конечно, тебе осталось загореть. Ну ты так вот, хоть как-то видно. Вот так. В общем, вот видно. Ребята, для слепого это круто. И сейчас я такой напоследок с рюкзаком. Так. А вот я. Посмотри на свои штаны. Пофигу. Так, где фотоаппарат? Взял. И все? Че, мы все туда? Да, Серега спустился, так все полегче. Ладно, Серег, давай, пока. Мы погнали. Давай, давай. А там туда вверх. Все равно подниматься потом. Ты сделай приблизить. Приблизить? Ну, нажми, чтоб не ширик, а это. Давай, там спущусь, тебя возьму. Или что, или наоборот? Наоборот, я спущусь, ты найдешь. Да, да проходите, но людей пропустите, они быстрее пройдут, они тут... Все как у себя дома проходят с первого раза. Ну, чё мне, как его, тебе... Чё, он включен ещё? Да, все еще включен. Ну, пусть пока будет включен. Сейчас мне его там подашь и рюкзак свой. Чё, или давай я спущусь, у тебя возьму, на. Да, я пробегу. Так, ты наверх? Не, я у вас в рюкзаке принимаю. Или ты с рюкзаком? Ну, давай. Давай я тоже снимаю. Давай тогда этот фотоаппарат. Так. О, спасибо. Давай снимай. Да, вы быстрее просто. Передам. Передай. Я вам так и помешаю. Да, он просто очень красный. Просто обувь. Примерно, да, я так и слез. Все, Миша. А ты куда его там? Ладно, все, иди, я это... У тебя жилетка уже мокрая. Огонь, Серёг. Потёр, что ли? Сейчас я это. Я это возьму. Ага. А вот. Ну, чтоб тебя заснять, как ты спускаешься. Круто, да? Давай. Пропусти он человека. Он быстрее спустится, мне кажется, нас. Сейчас. Опа. А то мы тут пробку создали. Короче, очень сильно пачкает. Да это ничего страшного. Постираем. Ну что, давай, спускайся. Дубль 2, да? Дубль 2. Первый раз не получилось. А второй раз будет уже поспокойнее, потому что я уже знаю как. Да. Ну и все. Ну как, прикольно, да? Да. Угарно. Ладно, ребята, вот такой здесь. Прикинь, ты снял, как Серега, да? Снимая это, ну, спускается, да. А у меня отрубилось. Стаскал пещера. Если мы куда-то поедем, лучше мы позже заедем.
Ну да. А, наверное, это вон там та пещера. Но я, походу, я туда не полезу. Держи. Просто вот так держи прям. Все? Ну что, пойдем. Сейчас вон девушки пройдут. Так. Гол. Пошли. Было очень интересно. Особенно для нас, тех, кто тут первый раз спустился. Не, ну реально, кто здесь давно, я смотрю, альпинизмом занимается. Они такие тут лазят. Да. Я дома так в темноте у себя только хожу. А они прям такие чу-чу-чу. Че да как, Серег, не забудь, что тут обрыв. Я вот сейчас как раз иду к обрыву. Вроде так смотришь, все нормально. Все это. А если подойти поближе, то здесь вот что творится. Можно улететь сходу. Так. Уж где будет трястись съемка, не обессудьте. Я тут бегаю, можно сказать, бегом, потому что наши уже пошли. Вон оттуда мы спустились. И это было круто. Ребята, для меня это просто супер. По-другому не скажешь. Вон, кстати, вон девушка тоже, если видно за мной. Сбирается наверх. Надеюсь, я правильно слово сказал. И тут прямо сегодня большое скопление людей по этой теме. И это вообще так здорово. Это круто, ребята. Это просто супер. Вот реально, вот она карабкается. Вот это я понимаю, девушки. Так, а вон там, по-моему, человек вообще без страховки, что ли, лезет. Жуть. А, нет, есть страховка, вижу. Супер. Класс! Ребята, это супер! Макар! Иди сюда, Макар! Он сейчас прочитает стих. От мала до велика. Накормит мясом всех ребят. Ну вот. Она уже слева. Супер. Не, вообще это круто. Фига. Круто. Тут, да. Не видно. Нажми, чтоб не было. Вот так вот. Ты выдрал телефон. В общем, дубль запоролся. Что, вообще ничего не было? Да, конечно, ничего. Я не знаю, зачем ты телефон-то схватил. Надо было эту вот так поднять, либо вот так опустить, и все. Так.
Да, может она сейчас еще. Давай, давай сейчас заедем. Вот так вот. Вот так? Ага. Можешь дальше понизить. Вот так? Не в этом все. Там уже за тобой. Все, уже не видно. Давай я просто. Нет, она больше вот, все. Ну ладно, ладно. Ну, это было прикольно. Ладно, пойдемте искать теперь наших. Так. А, вон, по-моему, они стоят. Ну что, ты снимаешь? Да. Там уже можно ходить? Да. В общем, ребята, вот в чем прикол. Вроде как это символ мира, да? Но если вдуматься, так руна смерти вниз этими рогами. Пишется. Руна жизни выглядит вот так. Наоборот. Так что, ребята, кто носит символ мира на шее, я вам сочувствую. Вот такой символ должен быть. Этими вверх. Тоби, слышь, вот нехорошо показывать на одно место, но вот он. Символ жизни. Вот он, если видно. Вот. Я пока не понимаю.